Владимир, говорят, вы первый в рейтингах. Все равно отпустят под залог. Мы решили узнать больше о победителе президентских гонок. Ни для кого не секрет, что Владимир Зеленский часто приезжает в Одессу. Участники Лиги смеха знакомы с ним лично. Горожане рассказали нам, каким знают будущего гаранта. Редактор, сценарист, продюсер, актер и ведущий. И все это в одном лице. Те, кто выступал с ним на одной сцене в телевизионном юмористическом шоу «Лига смеха», не понаслышке знают, каким является Владимир Зеленский вне политики. Это и есть то настроенническое, расположенническое вещь, что все стены пропадают. Мы работаем вместе на один телевизионный проект, и видно, что ему самое основное не показать, кто главный, а сделать хороший результат. В управлении, в организации, в такой огромной машины, как производство, кинопроизводство, это весьма нелегкий труд, чтобы все пришли вовремя, там многих подоплек, и ты должен быть и редактором, и актером, и своим среди своих. Григорий, участник первого сезона «Лиги смеха», делится, что во время выступлений Владимир Зеленский всячески помогал своим подопечным. К нему всегда можно было прийти за советом. Например, спросить, как сделать ту или иную шутку смешнее или интереснее. Юмор, харизма и открытость – такие качества юморист приписывает шоумену. Для управления государством, говорит, они являются определяющими. Человечность, человеколюбие и расположение к себе – это фундаментальная штука при становлении команды и управления ей. То есть я помню, 95-й квартал смотрел еще в 90, по-моему, 9-м каком-то году, в 2000-м. Вот. И, как показывает практика, в управлении он хорош. А что еще нужно? Он вполне не стыдно за него. Владимир Зеленский редактировал тексты выступлений команд участников. По вечерам они собирались все вместе, устраивали мозговой штурм и создавали смешной контент. Дмитрий Русев, участник проекта, поделился своими теплыми воспоминаниями, когда со всей командой сидели в гримерке и общались как давние приятели. Когда мы пришли, я очень сильно удивился, потому что у него в квартале, ну, очень серьезный порядок. Его все слушаются, там, прислушиваются к нему, уважают. То есть вот то, что, ну, короче, у него на сцене очень большой порядок. Я даже удивился, что взрослые люди его так слушаются. А в «Лиге смеха» он веселый, очень открытый человек, очень простой. То есть вот неважно, кто там за кулисами стоит, он со всеми разговаривает, шутит, смеется. С участием в проекте жизнь Дмитрия Русева кардинально изменилась. Он попробовал себя в любимом деле – юморе, увидел Украину и познакомился с интересными людьми. Благодарит за это шоумена, который изо дня в день был рядом и помогал покорять новые вершины. Дмитрию сначала было сложно осознать, что вскоре ведущий «Лиги смеха» станет главой государства. Но парень верит, что украинцев молодой политик не разочарует. Он отдавался полностью, то есть если он что-то начинал, ну я там говорю про квартал или там «Лигу смеха», там кино, если он начинал, он это все доводил до конца, поэтому я думаю, что ему будет немного тяжело, потому что все-таки, ну, президентство – это тяжелая работа, и, ну, наверное, надо будет ему просто высыпаться, и так все будет получаться. Я думаю, что он за то, что он взялся, он это сделает. Ксения вместе со своей командой при первом выходе на сцену жутко волновалась. Ведь на нее смотрел Зеленский, человек, который определяет дальнейшую судьбу участников проекта. Говорит, чтобы успокоиться, ей достаточно было посмотреть ему в глаза. Ты смотришь ему в глаза и видишь, что в принципе положительно настроен, улыбка на лице. Вот нет такого, знаешь, пренебрежения, типа, господи, вы кто? И, в принципе, в дальнейшем общении, когда мы там сталкивались по работе, когда нам режиссировал он нас или еще где-то, нет никакого пафоса у человека, нет, ну, обычный вот человек, вполне могла я позволить себе на «ты» к нему обратиться. Ксения не раз слышала о любви Зеленского к каждому городу Украины, но к Одессе, девушка уверена, политик испытывает особые чувства. Зеленский достаточно часто говорит про Одессу, не просто так выбрали даже для «Лиги смеха» Одессу как, ну, столица юмора. Все в восторге от Одессы, и он не исключено, что безумно влюблен в нее. Он часто приезжает сюда с гастролями, по работе, и на отдых, на самом деле, тоже он сюда заезжает.
Как из доброго, отзывчивого и харизматичного шоумена Зеленский будет превращаться в главу страны, нам еще предстоит увидеть. Нарина Щеглова, Наталья Довбуш, телеканал «Репортер». Господин президент.